Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня эксклюзивно, только эксклюзивно для тебя, я продолжу проходить эту игру. Ну, эксклюзивно для тебя, потому что ты единственная, кто меня смотрит. Прочитал я предыдущие твои комментарии, половину из них нифига не понял, но я понял, что ты захотела, чтобы побольше здесь юмора было. Я постараюсь, конечно, хотя с юмором у меня плохо. Ну как плохо? Когда я шучу, упала картина, когда я шучу, мне смешно, но другим почему-то не очень, и некоторые даже обижаются. Но я постараюсь, чтобы тебе понравилось. Так, открыл шкаф, или это комната? Но я открыл, значит открывается наверху. Ничего нету. Так, следующая комната, в подвал. Огнетушитель использованный. Свет светит. Так, сейчас пропускаюсь. Так, ничего нет. По-быстрому. Это что, опять это начинается, когда... А, нет. Здравствуйте. Крыса. Привет, крыса. А что ты уходишь? В натуре крыса. Так, о, у нас есть лицо. Телекомпания ВИД. И еще один. Это что-то недоволен. Этого не взяли в телекомпанию ВИД. F-текст. Дорогой Стивен, у моей жены все в порядке. По-старому. В порядке по-старому, наверное. Опять давление поднялось, но же еще жива. Давайте перейдем к сути дела. Ты должен помнить, что у нас был похожий случай. Это был вопрос, в котором ты принимал активное участие. Мы перезагружены работой. Ты мог забыть об этом. Я думаю, ты должен с помощью внушения помочь своему пациенту закончить сон. Гипноз может быть немного инвазивным. Пытайся спросить его о прошлом. Одобрение травматических событий станет хорошим началом для объединения его личности. Я с нетерпением жду следующего письма. Поздравляю, Авраам. То есть у тебя, чувак, есть пациент, который сходит с ума, и он его с этим поздравляет. Типа, поздравляю, ты прям по акции попал. Пришел один человек, оплатит за семерых. Так, картина, на которой я вижу, а ты не видишь, потому что для тебя я это выключу. Ба-ха-ха. Так, пробки. Или чего это? Да, это пробки. Че? Шептуна кто-то пускает. Не надо. Паук. В зеркале. Так, а чего? Пар. Дым. Ладно, плевать. У нас есть тут динозаврики, которых я взять не могу, почему-то очень плохо. Так, ванна. Пустая. Ну и чего вы от меня хотите, собственно? Чего? Ну, газ. Чего? Я просто могу пройти, а смысл тогда это? О, крыса сдохла. Лошара. Ладно. О, щит. Дур. Зекс. Дур. Следующая дверь. Чего? Дверь. Что дверь? Это, наверное, дверь. Это дверь? Ты дверь. Ты дверь, да. Шкаф упал, как моя самооценка после предыдущего видео. Так, орел, мужчина, птица, самолет, орел, депутат. О, крутить. И чего? Так, это тут белые уголки, значит, скорее всего, надо какую-то форму взять. А какую? Давай-ка вот так все поставим вправо. Нет, еще раз вправо хочу. Так. Нет, не сработало, значит, надо искать как из... Уточка. Еще одна. Кряканутая, ладно. О! Туда и вместе. Понял. Сначала не вместе, а потом вместе. Так, это мы делаем не вместе, а это вместе. Точнее, наоборот, это вместе. Теперь, а вот это сюда. Все. Все, он перестал работать дым. Теперь я выхожу. Крыса все еще мертвая почему-то. Так, все. А зачем я тогда спускался в подвал, я не знаю. Видимо, чтобы решить очень легкую головоломку. Так, тут по-прежнему ничего нет. Есть разбитое зеркало и какой-то урод там. А, это мужик. Чё ты улыбишься, придурочный? Подожди, а в зеркале он по-другому отражается, смотри. Так он без глаз, а так с глазами. Без глаз, с глазами. Ай. О, и свет в... В темноте светится, и темнота ее не окружила. Это цитата, наверное, из инстаграма какой-то, инстателки. А почему тут свет есть, а здесь нет?
Дверь сперли. Так, подожди, а что происходит? Я не вижу. Вижу. Испугался. Ты что, это такой слабенький скример? Сначала? Это я что, проиграл? Не понял. В смысле? Это что? Теодор, очень талантлив. Это я читал. В смысле? Я что, проиграл? Как я мог проиграть? Ну, картина упала. Опять я... Что? Я реально проиграл? Как? Как я мог проиграть? Не понял. Ты что, издеваешься? Так, а ну назад в подвал еще. Это мне что, там заново проходить это? О! Нет, мне надо сначала было сюда увидеть записку, увидеть, что нет света, сюда спуститься, взять предохранители. Так, крысы опять побежали. Я понял, а где предохранители? Так, я тут сразу поставлю. А, сразу нельзя, пока не включится дым. Значит, я побегу, сразу поставлю эти предохранители. Так, нет, сначала надо их взять. Все, предохранители я взял, включился дым, после чего... А как я... Почему я проиграл вообще? Оказывается, тут можно проиграть, прикинь. Так, а что вместе, что не вместе? Это пускай будет не вместе, а это вместе. Так, это же вместе должно. Да, значит, это вот так. Так, а это вниз. Все. Отключайте дым, и я пошел. Все, теперь зато я знаю, куда оставлять предохранители. И будет свет. Та-дам! Ой, лучше бы его не было. Так. Этот еще лыбится, хорошо. У него ножницы. Нет, это окуляры. Без стекла. Это типа, чтобы казаться умным. Что очки тебе не нужны, и ты типа дохуя умный. Удобно. А что, собственно... О, вижу, что-то светится. Привет, Эдди, 41 год. Обратившись к моему другу Аврааму на несколькими советами, я отмечаю, что Эдди старается очень легкими раздвоениями личности. Остальная часть личности все еще не обнаружена и не контролирует его. Только потеря памяти и легкие тики. Тики-тики, да. Я должен подумать о виде терапии, которую я использую. Подумай. Я думаю, надо думать сначала, а потом использовать виды терапии. Смотри, он сначала использовал парня, а потом думает, правильно ли он сделал. Нифига себе. Вообще. Так, а чего дальше? Так, я обошел вроде все комнаты. Чего теперь? Телевизор выключен, сейчас никто орать не будет, что он включен во время грозы, потому что еще и грозы нет. Здравствуйте, пианино на месте? На месте. Книга, полка, дверь. А чё? Где? О, телефон. Привет, Стивен. Стивен. Ты там? Стивен? Это Эдди? Стивен, это Эдди. Что происходит? Чё, я опять в дурке? Кстати, в предыдущее я хотел пошутить, что я, мол, пишу много игр, что я про дурку всё время, и вот я попал в неё. Так, это чего? Один чувак, который хоба делает деп, веселый, другой с серьезным хлебалом, такой качок, и третий дурачок какой-то. Ладно, допустим, и чего? Папа, я потерялся. Мне было очень грустно. Я потерял фигурки. Найди их для меня, пожалуйста. Ладно, поищу, а ты где? Подожди, ты потерялся и... Поэтому тебе нужны фигурки? А типа я тебе не нужен? Хороший сынок, спасибо. То есть я тебе не нужен, а фигурки тебе нужны? Ну да, конечно. Дверь открыта? Открыта. О, я вижу одну фигурку. Здравствуй, мистер фигурка. А, это этот придурочный, который... Хова. Так, все, сынок, я нашел одну твою фигурку. Мне не нравится, что тут музыка играет. Здравствуйте, это у вас играет музыка? Выключите, это дурка, здесь нехорошо включать музыку. Тут некоторые люди могут подобосраться немного. Но ты не бойся, потому что я боюсь, а двоим бояться нельзя. И давай что-нибудь другое делай, например, не бойся. Так, о, бумажка.
ворона и грустное солнце. Даже не знаю, что сказать. Так, это кто-то сел на листок. Сначала на чернила, потом на листок. Чего? Так, там ничего нет. Там ничего нет. Ладно. Так, слева я был, значит, теперь вправо. Тут. Вот здесь в прошлый раз придурок пытался подбежать, дернул дверь и цепью чуть-чуть испугал. О, это я теперь иду обратно. По тому же пути. Поехали. Мой верный конь. Так, а может... Так. Углы чистые тут несут, значит, это не в России. Значит, ты же можешь не бояться. А ты как раз и не в России живешь. Не повезло, значит, бойся. Тогда я не буду бояться, хорошо? Вот так по очереди будем. Так. Все, я вышел из лифта. И кроме двери не вижу ничего. Давай. Комната зрения. Тос, Ев, Яхопуту. Ничего не написано. Так. Так, таблички нет никакой. Что за звук? Какой-то звук был непонятно, ладно. Так, где вторая фигурка, собственно? Мне их еще две надо, то есть всего три. А у меня нет второго. О, ох ты ж сколько. Привет, Эдди. 41 год. День узнал о травматическом прошлом Эдди, домашнее насилие и патология. Я решил использовать менее инвазивное лечение. Гипноз не будет нужен. Справиться с прошлым сонными мечтами и должны принести результат. Ты что, не так быстро? На мой взгляд, завершение сонной мечты, тоже убийство жены и ребенка, может вновь объединить личности в одну. Остается только ждать и наблюдать. Он типа сказал, что это гипноз не вылечит, точнее даже можно не использовать, пусть он просто убьет женщину с ребенком и тогда будет здоровой. А мы посмотрим на это. Дорогой Стивен, анализируя твои предыдущие письма и наблюдения, я думаю, что проблема касается размыта. Я прошу тебя подумать кто еще раз. Я беспокоюсь о тебе и твоей семье. Когда я вернусь из размыта, я посещаю тебя, и мы спокойно поговорим. Авраам, размыта, PS, то есть под скриптом. Отправь свою жену где-нибудь с ребенком и обеспечь им безопасность. Он что, решил свою семью отдать ему на убийство, чтобы спасти... Типа вылечить, дурачок какой-то. Так. Ну и чего, куда? У меня не так много вариантов. О, вот, не работает. И кто-то стучит по стеклу. Здравствуйте. Там что, труп? Нет, там мухи. И кто-то воняет. Так, а куда мне идти? О, у меня открылся подвал. Ну, естественно, подвал в хорроре. Что же еще мне могло открыться? Так, ну тут... Это в первый этаж, типа... О, да, это первый этаж. Вот здесь регистратура. Здравствуйте, можно вашу карточку? Точнее, мою. Как всегда, никого нет, конечно. И теперь сам ходи, ищи кабинеты, где, в каких, кто есть, когда. Чё это? Не, я еще не мыл руки. Сейчас помой, подожди, сейчас подойди. Подожди. Не понял. А там же было это. Почему теперь нет? А кто-то есть? Здесь кто-то писает? Нет. Либо кто-то провалился. А здесь кто-то есть? О! Уточка. А чё там? У кого-то прям жесткий понос был. Прям рулонами вытирал жопу. Кидал. Ладно. Так, душ... Прям душевые. О, привет. Вторая статуэтка. Чё за звук? Опять. А, это типа музыкальные игрушки, понял? А, поняла? Оно находит их, он их находит, запускает, и они такие... Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Здравствуйте, там можно пройти? Нет, нельзя. А чё, куда мне теперь дальше? Так, вот еще какая-то дверь, я вижу, она белым вокруг покрашена, значит можно войти. Здравствуйте. Есть что-нибудь к чаю? Новость дня. В результате расследования местная полиция установила, что жестокое убийство семьи и известного психолога совершил местный садовник Эдвард С. Все-таки убил их. Не повезло. Ну, зато парня исцелил, наверное. О, теперь я в регистратуре. Так, значит, будем искать... О, последняя игрушка. Все. То есть что-то должно произойти, потому что я собрал три игрушки, а надо было три. Сейчас на меня кто-то выпрыгнет... Засосет.
Опа. Дверь закрылась. А это открыто. Ворона? Фу ты. Ужин на день благодарения испугал меня. Так. Ой. Ой-ой-ой, протекает, у вас протекает. Даже сильнее, чем надо, протекает. Вы чего? Ой-ой. А, меня везут куда-то. Не надо меня везти. Вы чего? Куда вы так быстро? Алло, а если дверь не откроется? Прикинь, едут на полной скорости, инвалиды везут, дверь не откроется, они такие пух, и все. И в принципе он уже не будет никогда париться о том, что не может ходить. Во-во-во, вот как сейчас. Дверь не успела открыться, на тебе хлебали. Ой, о, ребят, тут прям вечеринка, прям зависают. Так чего? Ой, а тут бы уборочку сделать. Там, не знаю, лампочки протереть, чтобы лучше светили, в принципе. Ну и подмести неплохо было бы. Так, чего еще? Сколько еще дверей? Так, это я уже насчитал 4 двери. 3, 5. Я, кажется, неправильно считал. Ладно, ничего страшного. Так, я чуть теперь птица. Реально, я птица, я чуть в стену не въебался. Прикинь, как обидно птицам. Они ведь летают, да? А вот так однажды летишь, прикинь, врежешься в стену. И никто тебе не поможет, потому что ты птица. Спасибо, друзья. Ну, почему... Фу, блядь. Спасибо, дорогая, но почему? Ну, я считаю, в этих птиц несправедливая жизнь. Это если они несчастным случаем в стену врежутся, это чего? Всем будет плевать, скажут. Ты ж ворона. Сама виновата. Фонарик. О, наконец-то. И он не отключается. Так, сюда я пройти не могу, потому что корни мешают. Туда я пройти не хочу. Это чего? Так, машинка. Здравствуйте. Если машина светит, то чего-то там не будет. Если паровоз светит, то мне типа машинку надо завести, чтобы она засветила. И чтоб те линии волнистые исчезли или чего. Здравствуйте. Что у вас? Выглядит испорченным. Ну да, туда, наверное, не надо идти, как написано на листочке. А то надо сначала засветить. Ладно. Тогда я туда пока не буду. Пойду сейчас по этой тропинке, посмотрю, что там. Ну, что-то нас давно не пугали, так что готовься. Сейчас, по идее, должны напугать. Ну да, видишь? Какой-то старый заброшенный дом, где очень много вилл. Зачем столько вилл, по сути, а? Ну, если ты этот, то зачем? А так нет. FTX. Иногда я очень страдаю, потому что я должен сдерживаться, когда я вижу тебя с таким прекрасным ножом в твоей руке, когда ты готовишь обед. Тогда я воображаю себе тебя и меня в объятиях с холодной сталью в твоей внутренности. Я тогда смотрю в твои красивые глаза с застекленелыми слезами, в которых жизнь медленно умирает. Я мечтаю, чтобы тогда запечатлеть твой последний твой поцелуй на твоих синеющих губах, Эдди. Как романтично. Романтик настоящий. А вы говорите, романтики вымерли. Ну, не вымерли. Это они убивают. Ну, чё ты стал вообще на проходе? Ты видишь, я иду за лентой. Конечно, ты испугался. У меня изоленты. Чувак закапывает. Чего? Чувак могилы записки. Лодка умерла. Растонула. Растонула. Ну, растонула. Это ж есть такое слово. Это растаяло. Просто неправильно сказанное. Все. Так, сейчас это... Я вижу, там кто-то есть. Видишь? Вон, лысая башка. А вон туловище. С клювом этим вороньим. Сейчас пойдем посмотрим, что он сидит, дышит. Пугает нас. Сейчас посмотрим. Сейчас все выясним. Все, включил свет. Сейчас посмотрим, кто там сидит. Дышит он. А ты где? Виталий. Виталий, вы где? Вы вот здесь сидите. Ты понял, на чем он сидел? На штыке там. Так, Виталий. Покажись, где ты. Я не хочу, чтобы ты вдруг оказался сзади. Это тут было? Тик-т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 ик. Прикольно, заберу. Так.
Труп мальчика в саду. В результате продолжающегося расследования полиция обнаружила труп Теодора Дойла. Сын известного психолога был убит, а затем похоронен в теплице на территории недвижимости местным садовником Эдвард. Не, ну, в принципе, это я считаю правильно, что похоронили в теплице. Во-первых, никогда голодным не будет. Во-вторых, не замерзнет зимой. Чего тут? Ага. Слушай. Приди за мной, пожалуйста. Мама здесь лежит такая холодная. Ну так понятно, лежит холодная. Ты-то лежишь в теплице, она не в теплице, поэтому ей холодно. Подожди. Нет, выключи, выключи. Что это? А почему я туда пройти не могу? Почему оно обрушилось? И куда? Ты что, издеваешься? Подобосрался немного. Так, после этого выпуска надо будет сделать перерыв, проветрить. Потому что я испугался очень сильно. Вот ты ожидал, что там... Ты ожидала вообще, что там будет такое? Я не ожидал. Я вообще думал, я подойду, выключу телевизор, а он опять... Мудак, разработчик. Он по всей игре решил не делать этих самых хорроров. Фу, этих самых испугов, скримеров решил во всей игре не делать. И в самом в конце решил понакидать по 100 штук. Что это? Книга. Памятливые вороны. Психология животных Джульетты Симпсон. О, Симпсон. Смотрел Симпсонов. Каждое утро два ворона, мысль и память освобождаются и улетают по всему миру. Ничего не понял, но... Знай, в тебе сидят две вороны. Одна мысль, другая память. И оба в тебе каркают. Поэтому, когда ты сидишь на уроке и слышишь кар-кар, это не ты, дурачок, это в тебе вороны всполошились. Так, а чего? Куда мне идти? На выход? Ну, конечно, нельзя. Значит, так, сначала проверю внизу, чего. Так, давай, посмотрим. Слева. Туалетная бумага. Все правильно, пандемия на улице. Так, здесь чего? Боты в говне, судя по всему. Ну, а зачем ты их руками берешь? Положи бы. Туда я спуститься не могу, потому... А, это вода. А, под электричеством, понял. Туда мне не надо идти. А то меня сейчас ударит током, а я не в плавках. Так, Ох, это чего, улей? А, это камень. Эх, зрение, 100%. Я надеюсь, меня в армию с таким зрением не возьмут. Такие, какая буква? Я такой, 7. Они такие, зрение у тебя отличное, ты тупой просто. И не возьмут. Понятно, зачем в армии тупые? Там и без меня их достаточно. Текст. Память. 1942 год. Но меня больше беспокоит возвращение памяти. Так, это птица типа память? Но это же вообще не ворона. А, это у нее шапка такая. Ты понял? Для БДСМа. Шапка. Я понял. Хорошая ворона. Интересная. Пациент. Сегодня 23 марта. Ахах, марта. Нет. Странный случай. Только экспериментальные методы. Только эксперимента или нет? Ну почему именно он? Почему именно он? Я не знаю, не. Странный случай. Очень познавательная, конечно, кассета попалась нам. Подожди, а я вверху все прошел, но тут же должно быть хоть что-то еще. Прыгать я, как всегда, не могу. Приседать я тоже не могу. Бегать то могу, то не могу. Ладно. А что, собственно, куда? Закрыта дверь. Так, я тут был вообще? Был. Опять вороны. Кстати, блин, улетели. Я аж некоторых ворон искал. Одну я нашел, а другие улетели. Плохо. Кстати, тут был проход. О, текст. Известный психолог перед этическим комитетом, деленное на N. Будет 17. Экспериментальный метод лечения тяжелых психологических расстройств, разработанный доктором Стивеном Доулом, уже давно вызывает споры. После терапевтических сеансов состояние пациентов значительно ухудшалось, но доктор Дойл был убежден в эффективности метода. Главная ассоциация психологов провела, не извини, провела опрос среди людей, смотревших фильм Доула. Расследование привело к бывшей пациентке, которая под влиянием экспериментальных сессий покончила жизнь самоубийством. Молодая девушка бросилась под поезд, а лежа...
А лечащий ее психолог заметил все следы, связывающие больную и его методы. Доктор даже дошел до того, что подделал акт, составленный после вскрытия трупа, чтобы избежать последствий. Комитет по медицинской этике принял меры по лишению Дойла права заниматься профессиональной деятельностью, а семья потерпевшей объявила об обращении в суд. А как они вынесли после вскрытия? Я это что-то не понял. Типа, они вскрыли ее живот, посмотрели, мозг устроен не так после фильма? Как они это могли определить? Да кто такой настойчивый? Хрена ли ты звонишь? Звонишь. Как будет правильно? Ты из... Как, откуда? Ты вот писала из какой страны, не знаю, можно ли мне это говорить, но ты вроде не из России, так что русский должна лучше меня знать. В понедельник Эдди появился. Во вторник у Эдди была семья. А в среду ночные кошмары мешали ему спать. Так что в четверг посидел доктора в течение дня. Вообще неинтересный рассказ. В пятницу он покакал, в субботу лег спать. В пятницу вечером его советы он воплотил в жизнь. В субботу у него не было семьи. Они погибли. Ух, ёпт. Откуда ты падаешь? Вниз. В воскресенье Эдди проспал все утро. Врач был прав. Кошмары остановились. А чего? Я упал? Зачем? Вот тебе будет урок на будущее. Если ты видишь, что дом падает, не падай вместе. Маршмеллоу? Мармелад. Или не мармелад, это... Нет, это лед. Фу. Лед невкусный. Особенно желтый, прям вообще. О, меня зовут доктор Стивен Долл. У меня оригинальная терапия, потому что твои расстройства... Подождите, я не успеваю следить. Ух ты, прикольно. Чего здесь? Меня зовут доктор Скотт. Пациент Эдвард, предваритель. А это я уже делал, это то, что вначале я читал, да? Да. Блин, белые... Все? И черные деревья. Очень классно смотрится. Так, лепестки падают. Так, ща, погоди. Так-с. Все, я посмотрел время. По времени уже пора прощаться, но ты знаешь, мы с тобой каждый день встречаемся на моем канале, поэтому... Ну, я знаю, что ты уже подписана, но в подписчиков я все равно не получу. Поэтому, ну, пиши, что не понравилось, что понравилось. Я, конечно, постарался хоть какие-то хотя бы тупые шутки, но я не могу просто так брать и импровизировать из ниоткуда. Но я честно старался. Ну, с чего, ну, увидимся.